Ах, публичные мероприятия, как же я люблю в них участвовать, особенно со случайными игроками, которые абсолютно не имеют понятия о том, что делать, и просто запарывают тебе героический модификатор. Привет, Страж, меня зовут Джонни Лейни, и чтобы такого не было, давайте расскажу, как сделать публичные мероприятия героическими. В этом ролике расскажу о героическом мероприятии на новой локации Город Грез, которая теперь моя любимая в Destiny 2. Мероприятие «Генератор раскола» начинается в локации Взморье, у подножья огромной горы. Тут установлен очередной причудливый механизм, который напрямую и будет задействован в активации модификатора. Начинается все со стандартного уничтожения волн врагов. Спустя несколько секунд с одной из сторон, с центра слева или справа, вдалеке нужно будет отыскать большого оскверненного исчадья. Убив его, вы сможете поднять специальный релик, сферу, которую нужно занести в тот самый механизм. После чего на той же стороне, на которой был жирный оскверненный, уничтожьте огромный очаг одержимых и ждите второе исчадье. И третье. С ними также действуйте по очереди, убивайте, берите и вбрасывайте сферу, а потом ломайте очаг одержимых. Как только вы все правильно сделаете, на центре появятся ведьмы. Убив их, вы окажетесь в высшем измерении, и героический модификатор будет активирован. Перед вами будет огромный очаг, который питают ведьмы и охраняет огромный босс. Вам нужно разогнать ведьм, отвлечь их от работы с очагом, и тогда надпись об активации героического мероприятия возникнет еще раз, и босса можно будет дамажить. Вот, в общем-то, и все. Напоминаю, что за героическое мероприятие есть шанс дропа ценных наград. Особо удачливым может упасть экзот, а также прогресс в контракты на локальной активности от завершения таких мероприятий засчитывается больше, чем от обычных. На этом пока все. Пишите в комментариях, нужно ли рассказывать о новых героических модификаторах на спутанных берегах, и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До связи!